Добрый день! Сегодняшняя наша встреча посвящена тому, что сегодня мы снимаем 500-е видео. И вот когда мне ребята сказали: «Ирина Михайловна, а мы снимаем 500-е видео», и тогда только я поняла, ну как же мы сильно поработали. Вот поработали, правда, много. Этих видео уже очень много у нас. И на самом деле люди, которые ищут какую-то тему, им даже трудно там ее найти в таком количестве, этих видео. Плюс сегодня у нас 35 миллионов просмотров. Недавно мы тоже какое-то праздновали, а сегодня у нас опять 35 миллионов. И у нас 150 тысяч подписчиков. То есть мы все время растем, расширяемся, и увеличивается количество материала. Конечно, огромное спасибо нашим подписчикам, нашим ученикам за то, что вас становится так много. Конечно, меня это очень восхищает, что 150 тысяч подписчиков. Но мне кажется, я вот так умом не могу объять, но мне кажется, что это очень много. И все слова благодарности, которые мы получаем от всех, а их очень много положительных отзывов, тоже придают силы, потому что иногда просто сил, ну просто нету, а хочется еще этот материал дать, или этот, или еще какой-то. Я думаю, что хотела как-то постараться, ну, наши видео понимать вот так по темам, потом начала размышлять и поняла: рукава, ой, да там столько рукавов, и тюльпаны всевозможные, и фонарики всевозможные, и там... И регланы, переходящие в кокетки. То есть у нас очень много, как я потом поняла. Так я по одному даю, а потом я поняла: боже, сколько ж мы дали по рукавам. Сколько мы дали темы по работе с проймой. Тоже как бы очень это важно. Сколько воротников. А сегодня мы хотим вернуться к нашим 10 платьям, которые у нас сделаны по основе цельнокроенного рукава. У меня одно из этих платьев сейчас на мне. Благодаря нашему проекту «10 платьев с цельнокроенным рукавом» у меня лично появилось 3 платья. С хомутом и с оттопыренными карманами состоящими. Платье номер 1 темно-синее. И платье солнце с таким вырезом под линейку. А дальше мы хотим продолжать с этой темой работать, поэтому сегодня хотим в помощь призывать всех вас, кто хочет поучаствовать у нас в конкурсе, в преддверии Нового года прислать нам эскизы праздничного нарядного платья по этой выкройке. Конечно, как бы мы потом выберем лучшие из этих эскизов и смоделируем для всех. Нам, конечно, приходит очень много просьб и фотографий, как смоделировать это платье, как смоделировать это платье. Но мы, конечно, не можем ответить на все это точно, но что можем, отвечаем, конечно, и пытаемся как бы быть постоянно на связи с нашими учениками. Но, тем не менее, сейчас бы я хотела, чтобы каждый из вас, кто хочет поучаствовать в этом мероприятии, придумали какое-то свое платье на базе платья номер 1 с цельнокроенным рукавом и прислали нам эскизы. Или в ссылках или в группы, или ВКонтакте, или в Одноклассниках. Но ссылка будет в описании. А мы все эти эскизы будем рассматривать и отбирать. Ну и, конечно, будут названы имена победителей. Мы, конечно, тоже будем давать какие-то праздничные платья на основе 10 мерок. Или, может быть, основы с цельнокроенным рукавом. Но я просто хочу, чтобы все тоже поучаствовали. Очень ждем ваших работ. Надеемся, что в это юбилейное для нашего канала время как-то у нас повысится работоспособность, и мы все поработаем. Очень жду ваших работ. До новых встреч на нашем канале. Надеюсь, что мы еще немало у нас будет интересных платьев. Не забудьте заглянуть в ссылку в описании. Мы там выложим материал, куда отсылать ваши эскизы, которые мы будем рассматривать и отбирать. Мы, конечно, радуемся, что у нас столько видео, столько просмотров, столько нас уже много. Армия подписчиков, это очень много нас уже, конечно, это очень приятно, это придает силы. Всем большое спасибо, всем, кто следит за нашим каналом. Всего хорошего, с вами были мы, Паукштерина Михайловна и вся наша команда.